Ну а теперь снова к боевым действиям в Донбассе. За сутки там погибли 7 человек, ранены 15. Среди жертв, как сообщается, трое детей. В Донецке, как и в Луганске, снаряды обрушиваются на жилые кварталы. Днем один из снарядов попал на территорию детского сада. Ранено завхоз детского учреждения. Вот только что мы получили новый репортаж нашего собственного корреспондента в Донецке Николая Долгачева. Окраина Донецка, улица Северодвинская. Сюда попал снаряд, уничтожен гараж, сгорело два автомобиля. Обстрелы продолжаются в зоне интенсивного огня. Мы видим густой черный дым. Это попадание в цех по производству картона. Сейчас интенсивно ведется огонь. Украинская армия не только не отводит тяжелое вооружение, это очевидно по разрушениям в Донецке, но и продолжает активно его использовать. В комнате было, когда вот это все это произошло. И не видела, уже слышала, когда разорвалось все. Смотрю, дым валит из гаража. Какое перемирие? Не было ни одной минуты вообще спокойно. Всю ночь, вчера весь день, всю ночь вообще напролет. Такие были здесь выстрелы, такие взрывы были. Это просто ужас. По-моему, еще настолько интенсивного того еще не было, как сейчас. Вот вам, пожалуйста, перед перемирием. Они, наверное, хотят уничтожить сразу все, до 15 числа справиться. Мы надеемся, мы же хотим, чтобы был мир. Нам же не нужно это, что нас бьют каждый день. И днем, и ночью не можешь, не раздевайся. Люди здесь живут в одноэтажных стареньких домах. Даже подвалы не у всех. Убежище далеко. Спрятаться от снарядов украинской армии негде. Я уже заикаться стала, потому что я вижу это все. У меня у соседки дом попало. У соседки у меня 9 стекол вылетело. Я тут рядом дома тоже. Вот два раза попало. Горят дома в Донецке, в Макеевке, в Докучаевске. Украинская артиллерия бьет по всем городам, до каких может достать. В Горловке накануне вечером массированный обстрел, и сразу четверо погибших. Трое детей из одной семьи. Мальчик и две девочки. Родители прятали их в самом безопасном месте, в ванной, где нет окон. Снаряд пробил потолок и взорвался прямо там. Родители в больнице, у дома рыдает бабушка погибших детей. Игрушка любимая моего внука. Ему 3 годика было бы в июле месяце. Вот немножко ребенок не дожил. Старшей девочке 14 в августе было бы. Артиллерийский огонь ведется уже несколько часов подряд. Никаких признаков того, что украинские военные готовятся к выполнению соглашений, подписанных в Минске, пока нет. Бои на нескольких участках фронта не прекращаются. Украинские военные используют привычную для себя тактику. Не сумев изменить ситуацию на фронте, стреляют по инфраструктуре и жилым районам. Бои на нескольких участках линии противостояния не прекращаются. Украинские силовики пытались, образно говоря, открыть крышку дебальцевского котла, разорвать кольцо окружения, в котором оказалась многотысячная группировка военных Украины. Безуспешно. Потери огромные. Тысячи солдат обречены. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко. Вести. Донбасс.